Личность Виталия Кулинича известна сегодня в городе многим. Конечно же, в первую очередь по своей профессиональной деятельности. Главный спасатель Бреста имеет активную гражданскую позицию, что позволяет городскому отделу активно участвовать в большом количестве мероприятий. Зная, насколько профессионально Виталий Кулинич относится к своей работе, многие спешат к нему как к депутату с просьбой помочь решить вопрос в сфере организации безопасности жизнедеятельности. Мне, как депутату областного совета депутатов, обращаются в основном по вопросам пожарной безопасности, по вопросам безопасности жизнедеятельности. То есть, что мне в принципе, и свойственно, что я, где я выполняю свои задачи, ну, и работу. Да, мы, вот, не только я, конечно, один, потому что один это невозможно выполнить. Те вопросы, которые стоят, это работа вместе взаимодействия с органами власти, взаимодействия с другими депутатами. Конечно, не только эти вопросы адресуют Виталию Григорьевичу жители округа, где работает депутат. Перечень тем для обсуждения достаточно велик. Всего с начала года Виталий Кулинич провел более 25 приемов граждан по личным вопросам. Ни одна озвученная проблема не осталась без внимания. Роль депутата местного уровня, она очень велика. Велика она именно для простого гражданина. Он понимает, что можно обратиться по любому вопросу для того, чтобы мы оказали помощь. Я вам скажу, что какой-то спектр там, задач или спектр вопросов определить нельзя, потому что к депутату обращаются по любому вопросу, независимо от того, кем он работает и где он находится, потому что у человека это уже наболело, ему нужна помощь. Неравнодушное отношение – залог успешного решения вопроса. Эта мысль прошла красной нитью через весь разговор с Виталием Кулиничем. Только так можно достигнуть эффективного диалога с населением. Однозначное мнение народного избранника.